Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы вам покажем полностью готовый для жизни очень достойный дом. В нем есть бассейн, баня, квартира персонала, две двухсветные гостиные. Но главной особенностью этого дома, фишкой его является то, что он, как ни один другой, заточен и приспособлен для жизни большой семьи, состоящей из нескольких поколений. Есть части дома общие для использования всей семьей, а есть максимально изолированные друг от друга, даже с отдельными входами и лестницами. Он находится в отличном поселке, в прекрасном с точки зрения транспортной доступности месте, в самом сердце Новой Москвы. Он отделан дорогими элитными материалами, и хотя он не новый, он смотрится и выглядит лучше, чем многие новые дома. И дом обставлен элитной сантехникой, мебелью и обладает отличной инженерией. Приглашаю начать просмотр. Сегодняшний дом находится в коттеджном поселке Ели. И мы ведем репортаж с одной из крыш одного из домов этого поселка. И здесь прекрасный вид открывается на поселок, на его крыши и на окружающую природу, что дает нам достаточное впечатление об этом месте. Мы, как я уже говорил, в самом сердце Новой Москвы, 14 километров от МКАД, еще 4 километра в сторону. Коттеджный поселок Ели уникален. Он существует уже 35 лет или даже чуть больше. И во второй половине 80-х годов здесь выдавались участки с домами такой элите интеллигенции. Гостелерадио, Академия наук, Большой театр. Здесь жили такие люди, недавно ушедшие от нас, как Роман Карцев, Геннадий Бурбулис, Жванецкий получал тоже землю с домом. Очень приличная, хорошая публика. Около 200 домовладений. Здесь вообще три кооператива, ну, объединенные единой общей инфраструктурой. Центральные коммуникации все, включая газ, электричество, воду, канализацию. Поселок состоит преимущественно из таунхаусов, но таунхаусов таких, что как дома. Они широкие, 13-15 метров в ширину. Участки здесь стандартные, там 4-6 соток, если больше. Есть и отдельные дома. Вокруг лес, в поселке есть детская площадка хорошая, прекрасное мини-футбольное поле с вкусной травой, еще одна спортивная площадка. И есть собственная зона леса площадью 6 гектаров. Это очень редкая опция, которая находится в аренде, огорожена. И это особенно ценно для людей, ну, например, пожилых, которые могут здесь гулять, заниматься ходьбой, спортом. Здесь прекрасная доступность как на Киевской, так и на Калужской шоссе. Мимо поселка проходит и остановка общественного транспорта. Жизнь бьет ключом, все рядом. И это прекрасное место для загородной жизни в городской среде. Сегодняшний дом за моей спиной. Немного общей информации. Общая площадь дома превышает 560 квадратных метров. Участок около 11 соток. Дом, видите, он довольно большой, вытянутый, имеет два этажа. И еще есть немножко обустроенный полезный чердак. Дом кирпичный, толстые стены, оштукатурен, кровля мягкая. И, как я уже говорил, он обустроен для жизни семьи большой из двух поколений. В нем 7 спален, 6 санузлов и 2 входа. С правой стороны мы видим вход, гараж. И с левой стороны тоже есть вход из гаража. Пройдемте к дому. Кроме гаража, в этой части есть дополнительный гараж для мототехники. Примерно 10 квадратных метров. И есть квартира персонала с отдельным входом. Не очень большая, но очень уютная квартира. Тамбур. Объединенная такая студия, кровать, столик, кухня, телевизор, холодильник. Все, что есть нужно для жизни, уютно и красиво. И достаточно просторный санузел с душевой кабиной. Входная дверь в дом мощная, бронированная. Несколько замков, задвижка и даже есть возможность открывать ее с пульта, что довольно, может быть, странно. Из тамбура мы попадаем в холл. Здесь у нас есть вход в прихожую из гаража, он на один автомобиль. А слева от меня первая комната жилая. Она небольшая, 8 квадратных метров. И здесь может быть кабинет, а может быть какая-то гостевая спальня. Сразу скажу, что дом отделан очень хорошими дорогими материалами. Вот на полу у нас толстый паркет, это наш майкопский дуб. Двери тоже сделаны из массива этого же дуба. Они серьезные, тяжелые. В прихожей есть также шкаф довольно большой. И здесь мы уже видим детали этого дома.
хозяйка дома, человек развитого эстетического вкуса, и в доме есть интересные картины, и также и другие аксессуары крайне интересные. Следующее помещение – это санузел. Он большой, и здесь мы сразу видим дорогую качественную сантехнику. Вот этот вот комплект – это компания «Глоба», Италия. Это элитный производитель итальянских. Такая интересная шинковка, ручная работа. И здесь же находится душевая кабина и основная постирочная. Постирочных в доме не одна, а несколько. Но вот главное – здесь стиральная, сушильная машина и также система хранения и места, где можно сушить белье. Следующее важное помещение – это кабинет. Около 30 квадратных метров. И по нему видно, что собой представляет дом. Видим дорогой итальянский гарнитур, красное дерево, резьба, рабочее место с кожаными вставками, стола. Здесь такие красивые с инкрустацией ящички. Нет никаких доводчиков. Все натуральное и очень дорогое. Этот комплект соседствует с красивой мягкой мебелью, отделанной шелком, ну и система звуковая с телевизором. Из кабинета мы переходим в общую часть дома. Через этот коридор мы попадаем. Сначала справа у нас идет кухня, слева столовая гостиная. Кухня здесь выполнена из массива дерева. Здесь рабочая часть, здесь есть часть для хранения, тоже дорогая, красивая мебель из массива ценных пород дерева и полностью обустроенная техникой. Как видите, кухня сделана в стиле ретро. Вообще в доме присутствует стиль Прованс активно, стильная классика и вот элементы такие ретро. Везде много света, много светильников. Сейчас мы находимся в столовой-гостиной. Здесь догорает камин гильотинного типа, дорогой, отделанный мрамором и прекрасно работающий. Для него был специально сделан вывод на кровлю, и он не дает оснований сомневаться в его качестве. Гостиная, столовая здесь двухсветная, потолки достигают 6 метров. Вот столовый гарнитур, видите, здесь комбинация двух столовую гарнитуру, можно сказать, стол стеклянный, стулья и кресла из стекла. Это известный производитель компании Fabian из Рима, Италия. Очень дорогая, комплект из нескольких стульев, кресла и стола стоит 115 тысяч евро. Это было давно, сейчас, наверное, стоил бы в два раза дороже. Видим здесь красивую ножку в виде колонны дорического стиля из натурального травертина, в которую встроена. Дальше продолжается из акрила эта ножка, колонна. А вот эти стулья, которые разбавляют стулья от Fabian, это французские стулья с резьбой из ореха 19 века из Франции. Они только что реставрированы. Только реставрация этих стульев обошлась по 50 тысяч рублей за стул. Ну а в такой стул уже в таком виде отреставрирован стоит там около 200 тысяч. И они входят в стоимость этой недвижимости. Дом оборудован несколькими такими телевизорами и всякими колонками. На стенах в гостиной мы видим венецианскую штукатурку. Это настоящая венецианская штукатурка, а не то, что часто называют ею. Уже давно, ей 20 лет, она как новенькая. И ее выполняли французские мастера. В свое время первый производитель, кто доставлял в Россию такие потолки на выставке, это были французы, и их мастера ее сюда привезли и сделали. Вот отделка стоила 60 евро за квадратный метр. Ну, вот так сделали, и она как новенькая. И богатство дома подтверждает предметы освещения. Вот эти бра, которых 4 штуки, это итальянские ручной работы, это сусальное золото, оно специально вот сделано такие выбоинки черного цвета, которые искусно состаривают. Такие вещи очень долго живут и смотрятся как новые много-много лет. А над нашей головой другая замечательная люстра – это бронза. И это советская люстра 40-х годов в стиле советского ампира. Такие люстры мы можем видеть в торжественных помещениях советской эпохи.
И столовой по этому прекрасному пакистанскому шерстяному ковру мы возвращаемся в кухню. И мимо замечательных вот таких вот барных стульев из массива дерева и натуральной кожи мы выходим на одну из террас. Ее площадь 25 квадратных метров, она крытая. Мы видим 6 фонарей в стиле ретро, свет достаточно. Также здесь 2 газовых нагревателя. То есть здесь можно достаточно большой компанией сидеть даже в холодное время. И отсюда есть выходы на участок, здесь, здесь. Вообще общая ширина участка более 30 метров, глубина тоже. И я покажу, как здесь отсюда можно вот третий выход попасть на площадку. И вот там находится следующая, другая площадка, барбекю, которую мы вам покажем чуть позже. Пользуясь случаем, покажу вам сразу котельную. Вход из нее находится с этой террасы. В котельной есть очень серьезный газовый котел. Он может работать и на других видах топлива тоже. Мощность его 90 кВт. И он обеспечивает и отопление дома, и нагрев воды горячей, и также нагрев воды в бассейне. А эта часть, мы видим здесь бойлер накопительный. Здесь многоступенчатая система очистки воды американская. Она обезжелезивает, грубая, тонкая, чисто умягчитель. Ну, все, что требуется. А самое интересное, вот эта часть. Это мозги двухконтурной системы отопления дома. Я говорил, что дом стоит как бы из двух частей. Так, функционально. И в каждой есть свой датчик. И можно установить разную температуру при необходимости. Ну, допустим, кто-то уехал. А можно в случае, если дом там сейчас вообще пустой, можно сделать вообще температуру невысокую и таким образом экономить ресурсы, экономить деньги на отопление. И при этом на смартфоне через приложение можно всегда видеть состояние, контролировать и управлять отоплением в доме. Поднимать, опускать и так далее. Вот эта система, она была основана буквально год назад, 1 000 000 рублей стоит вот такая вот штуковина. А здесь на стене еще одна дорогостоящая штуковина. Это система управления автополивом. На участке пару десятков точек форсунок, которые поливают в заданное время. И здесь вы можете программировать, какие часы, какие будут поливать участок. Тоже дорогостоящая, ценная вещь. С террасы мы вернулись в кухню и через столовую-гостиную. Кстати, обратите внимание, как здесь выполнена дровница. Ниша, подсветка очень красиво смотрится, как и много других вещей в доме. И мы отсюда перемещаемся во вторую гостиную, уже без столовой. Площадь около 60 квадратных метров. Здесь две площади. Здесь односветная, а здесь двухсветная часть. Потолки здесь 6, наверное, с лишним метров. Венецианская штукатурка. Интересная отделка. Посмотрите, какая авторская работа на стенах. Дорогая мебель, например, диванчик, это итальянский диван, много лет назад был куплен за 40 тысяч евро. Это искусственно составленная кожа, прекрасные ткани, дорогие, ценные вещи. А в этой части организован кинозал, мы видим проектор, экран на стене, звуковую систему с ресивером, мультимедийным плеером и системой колонок 5.1. Мы передвигаемся дальше и проходим санузел, как бы он типа гостевого, и техническое помещение. Здесь находится система технического управления бассейном и другими инженерными системами. Куча различных щитков, а над моей головой система управления приточной вентиляцией в бассейне, куда мы сейчас и идем. Зона бассейна. Сам бассейн отделан мозаикой. Обладает противотоком довольно мощным, глубиной 1.5 метра примерно, но она непеременная здесь, и длиной 4,5 метра, шириной 2,5 метра. Конечно, он позволяет заниматься плаванием. Видим зеркала, красивую отделку стен натуральным камнем, и отсюда есть также выход на вторую террасу. Но сначала мы вам покажем банную часть. Здесь мы видим барную стойку,
места, где можно сесть отдыхать, а здесь вход в баню. Два душа, обратите внимание, здесь сложные такие душевые системы с гидромассажем. Сама парная тоже интересная. В отделке использован дерево амбифриканское абаш, которое не нагревается, и хорошая финская печка. Здесь же находится проход в второй гараж, который слева, и приезжая в него, проходя, вот здесь можно раздеться, разуться, как прихожая. И еще здесь находится кладовая дополнительная, где стоит холодильник и хранятся различные там ремонтные и домашние принадлежности. Из зоны бассейна выход на вторую террасу. Она обширная, тоже крытая, площадь более 30 квадратных метров. И здесь функция ее – это место, где готовится еда. Здесь всякие мангалы стоят, коптильни, вывод горячей холодной воды, канализация центральная, большой казан, насколько-то много-много литров, мангал большой, есть где готовить, есть где отдохнуть и даже полежать. И готовя здесь, вот по этой дорожке, можно отнести еду на первую террасу, где сидят большая компания и закусывает, и выпивает. Но также можно и здесь поставить что-то и сидеть и здесь, по своему выбору. Мы закончили первый этаж осматривать и начинаем смотреть второй, и начинаем с его левой части. По этой красивой, с подсветкой лестницы, с дубовыми ступеньками поднимаемся наверх. Можно сказать, что эта часть дома подходит для проживания одной из поколений семей, скажем, молодой пары или, наоборот, взрослой пары. Здесь находится такая огромная гардеробная. Также налево от выхода на второй этаж находится такая достаточно просторная тренажерная. Здесь светло, тренажеры, есть телевизор, можно заниматься, смотреть разнообразный контент. А мы возвращаемся в спальню этой части дома. Это мастер-спальня площадью 30 квадратных метров. Обратите внимание на размер кровати. Пожалуй, впервые я вижу кровать, у которой ширина 2,50 и глубина 2,40. Поистине для людей либо очень высоких, либо которые очень любят простор и свободу. Здесь же мы видим дорогую красивую мебель в стиле Прованс и замечательный большой санузел при этой мастер-спальне. Здесь мы видим мраморную столешницу, очень дорогая сантехника, смеситель от компании Bugnatess, очень дорогие, с ручками, с кристаллами Сваровски. И также здесь мы видим такую конкретную многофункциональную душевую двухместную кабину с джакузи, с аэро и водным массажем, с массажем спины и шеи, с ароматерапией, с массажем ступней и ног, вот здесь открывается, можно массировать, с музыкой в виде радио и тропическим душем. Вот такая большая дорогая штуковина. А это лестница, ведущая в другую часть второго этажа дома. Мы на балконе галереи над вторым светом над столовой. Здесь также можно отдыхать или организовать рабочее место. И в этой части дома вообще есть еще 4 спальни. Мы смотрим первую из них. Это мастер-спальня. Площадь примерно 24 квадратных метра. Здесь тоже кровать сделана на заказ. Шириной 2,40, по-моему, на 2,10. Широченная кровать. Тоже есть шкаф, кондиционер, рабочее место. И собственный санузел, в котором есть раковина, биде, унитаз. Мы видим опять компанию «Глоба», элитного итальянского производителя, и ванная. По коридору мы двигаемся к еще 3 спальням этой части дома. Большая спальня, площадью 32 квадратных метра, высокие потолки здесь. Она же служит кабинетом, то есть здесь много места и простора. Еще одна спальня площадью 19 квадратных метра, тоже также полностью оборудованная, с двуспальной кроватью. И последняя спальня, она небольшая, подойдет для какого-нибудь там молодого человека. Примерно 12 квадратных метров. И завершает наш осмотр дома
санузел, в котором также еще одна дополнительная стирально-сушильная машина и ванная с туалетом и с раковиной. Мы вновь на участке, видим прекрасные высаженные разнообразные деревья, кустарники, все уже взрослое, здесь очень уютно. А мы завершаем наш репортаж об этом замечательном доме. Смотрите наши видео, посещайте наши соцсети, там много интересного. До свидания.